Трамп готовит кадровые перестановки в Белом доме. Президент США подумывает о смене сразу нескольких высокопоставленных сотрудников своей администрации. Президент США Дональд Трамп заявил, что подумывает о смене сразу нескольких высокопоставленных сотрудников администрации Белого дома. «У меня есть 3 или 4, или 5 постов, насчет которых я думаю. Может быть, все закончатся 2 перестановками», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. При этом президент упомянул, что существует вероятность отставки министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен. «Мне она очень нравится, я ее очень уважаю. Я хотел бы, чтобы она была куда жестче, в ситуации, с границей с Мексикой. Куда жестче», — заявил Трамп. Также президент отказался повторять свои более ранние уверения, что глава аппарата Белого дома Джон Келли останется на своем посту до 2020 года. Ранее СМИ сообщили, что Трамп усомнился в лояльности вице-президента США Майкла Пенса. Этот вопрос глава США неоднократно поднимал в разговорах со своими помощниками. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал http://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.